Роман Евгеньевич с Гонзо в соседнюю деревню пешком принес нам продукты. Вафельки просили. Чуть моргает мне эта лампочка. Муж приедет, разберется, что это. Детям йогурты. В общем, в деревне здесь очень дорого. И чек в конце покажем на 1651 рубль. Два молока. Так. Майонез, который он себе взял. Горох себе он взял. Два желатина. Я просила холодец сделать. Два хлеба. Так их просила. Серых я серы не ем. Бабушка ест. Муж приедет ест. Так, мандарины детям. Ну и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь хлебов нарезных. Вот, чек. Кому интересно, какие у нас тут цены космические.